Как вы относитесь к слову «генеральша»? Мне одна знакомая сказала: у тебя очень жестокий муж. Хотелось, ну, сцепить зубы от боли, они просто скрипели. Был такой момент, когда мой муж снимал чеку. Мне было жутко страшно. Животный страх. Было полное неприятие того, что происходит в стране. Мне не хочется быть символом. Я приеду и буду подавать патроны. Смотрите программу «Обернитесь» сегодня в 20:35.